пришел вот такой спай в спа. Решил просто показать, потому что он пришел в правку, вот он уже правлен. А тут фишка в чем? Это Филипп Делью, по-моему, дизайнер. Короче, посмотрите, какая интересная форма режущей кромки. То есть понятно, что поправить, там, переточить, поточить можно все что угодно. Но мне здесь понравилась именно форма РК, она такая необычная. Клинок вообще очень интересный. Я не знаю, как он с точки зрения практики. Естественно, ну, это клиентский нож, и это коллекционный нож, поэтому я его нигде, ни разу не попытался даже поиспользовать. Но, блин, ну, это очень интересно. И очень интересно, как вообще с практической точки зрения такой клинок вообще, ну, так сказать, использовать. Вот, давайте посмотрим на этот спайчик поближе, просто чтобы вспомнить, что спайдерка тоже умеет делать ножи иногда. Очень даже толково и очень даже хорошо. Вот. Ну, и карбон вот этот вот такой с крупным листом. Ну, там, как листочками, да, листвой, повторяю, листву рисунком, он клевый, конечно. Еще явно, как бы, дизайнер неровно дышит к винтам. Ну, судя по всему, здесь винтов на виду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нож, наверное, весит целую тонну только из-за винтов. Ну вот, а так, в целом, в первую очередь цепляет, конечно, клинок. У кого-нибудь есть такой еще нож? Скажите, как он у вас себя ведет в поюзе? Удобно, неудобно, возможно, невозможно? Понятно, что помидор порежет, но меня интересует еще и остальное.